Недавно на берегу Волги в городе Дубна состоялась встреча руководителя подмосковного региона с главами и общественностью городских округов Дмитров, Долгопрудный, Дубна, Лобня, Талдом и Химки. Цель встречи – обсудить наиболее злободневные проблемы, волнующие жителей данных муниципальных образований. В своем вступительном слове Андрей Воробьев отметил, что залогом успешных преобразований в столичном регионе является слаженная работа всей команды. Если есть команда, то видны перемены, результаты, венец всему – это доверие жителей региона. Формат встречи достаточно прост. Главы округов рассказывали о последних успехах в развитии муниципалитета. Представители общества озвучивали существующие проблемы. Например, генеральный директор Дмитровского металлоцентра Сергей Конник считает основной проблемой города состояние моста через канал в центре Дмитрова и постоянные пробки на Рогачевском перекрестке. И без помощи области данный вопрос решить не удастся. Ответ последовал из уст губернатора оперативно. Очевидно, если мы мост за 4 миллиарда строим, то... Один комплекс. Я к тому, что, естественно, мы сделаем все там по уму. Все-таки нам нужен результат, чтобы удобно человеку было, а не для того, чтобы мост стоял, но по нему ни туда, ни сюда, что называется. Поэтому проинформируем вас, какие подъезды мы сделаем, как их реконструируем. Как с одной, так и с другой стороны. Про это разговор? Да, это центр города. Я услышал, что вы сделали акцент, чтобы не сделай так, что мост построишь, а прилегающая территория останется проблемной. Правильно? Да. Мы ответим на этот вопрос. Соответственно, я его тоже запомнил. А вот пенсионерку Елену Морозову волнует судьба молодого поколения жилого комплекса «Мечта» в Озерецком, которая по вине застройщика осталась без образовательного учреждения. Губернатор не только пообещал решить эту проблему, но уже и сделал первый шаг для этого. Совсем недавно здесь прошла торжественная церемония закладки капсулы на месте будущей школы. Среди прочих проблем, озвученных представителями нашего округа, было качество питьевой воды, рекультивация закрытого полигона Непейна и состояние очистных сооружений в городе. Без строительства новых очистных Дмитров не сможет больше развиваться, и данная проблема также будет находиться на контроле у губернатора. Встреча прошла достаточно продуктивно. Остается надеяться, что затронутые жителями региона вопросы найдут свое решение уже в ближайшем будущем.